Всем привет, с вами также Лормакс, и мы сейчас будем играть с вами в одну карту. Сейчас погодите, уж настрою. Итак, народ, это карта типа сталкера. Мы с ними давайте будем типа стрелок. Я как-то сталкер не играл на компьютере, только на телефоне. Так что давайте начнем. В общем, как понимаете, мы ни хера не помним, поставить ресурс пак. И то 23, так что все, поехали. Твою мать, где я нахуй? Что за дичь? Ты че у нас? О! Шик. Кто идет? Твою мать. Наебали. Кровосос поганый. Вы что, ебнутые? Он такой мир появился у ёбки. Конечно, не все текстуры поменяли. Все захуячили. Давайте пойдем лутать дальше, что-то помешали. Ну, хотя мы сами сагрессировали. Пока не пойдем туда, там, наверное, бандиты. Или военные. Наверное, военные. О, СВД. Наш волкодава. Ага, давай сейчас пополним, лутанемся. Так, ага. Ух, как хорошо, ребята. Но к нему нет пули, я к нему потом пулю поищу. Тут типа все меняет на этот. То есть лук меняет на калаш, типа. Ну что, поехали дальше играть. Так. О. Тут ни хера нету. Так, вот так. Так, какие-то верстаки. Храпит. А что? Снова? А, уснул. Какой-то бандит. Приключение теперь у нас поставилось. Окей. Сталкер, где вон, ты из грузовика смерти шел вон. Не буду читать. Тут что у нас? Нет, очень жаль. Давайте покушаем. Скушаем хлебушек, хоть он выглядит не очень, но все же. Так, здесь мы были. Я так и не понял, что здесь у нас. Ну да, мой браток умер. Эх, покойся с миром. Я не помню, кто я. Надо это выяснить. Дождь еще пошел. Эх. А что тут у нас? А тут баррикада. Какая-то хуйня. Так. Тут опять же ничего. Вот почему бомжи сталкер или я сам сталкер? О, хорошо. Стрелок. Блять! Очень умный стрелок. Ой. Случайно сказал. Отдать артефакт. Какой-то вы не умеете артефакт, придурок. Ладно, пофиг. Так, давайте пойдем в другую сторону. У нас нет патрон к СВД. Ай! Ай-яй-яй, нифига не вижу. Похоже на болото. Я точно помню это место. Надо бежать. Что за... Нет, не сюда пока что. Ай! Я опять провалился. Тут лучше не прыгать. Странное. Если что, вот этих пацанов я оставил. Типа ренегаты. Да, ты тут тоже оставил. Инфа ренегатов. А я могу же ее прочитать? Читать. Псишлем можно про... Псишлем поможет пройти через... Выжигатель мозгов, он на вышке.
Они какие-то аутисты, в общем, я понял. Ладно, давайте оставим у себя. Возьмем ножик. На! И теперь быстро-быстро убегаем. Потому что не идиот, не могу понять то, что я сталкер. Ребят, похоже, кто-то мне бодяру подкинул. Какой артефакт? Уин, порошок. Ладно, потом отдам. Сейчас надо покушать. Печеньку. Старую гнилую протухшую. Тут что у нас? На вышке что там? О, пси-шлем. Видимо, он был нужен кому-то. Кстати, пси-шлем это все я подкинул. Или инфу. Если интересно. Я бы посхвалиться. Убежища часа не было. Тут даже не я строил. Блять. А что? Сноу, сноу. Отдать броню НАТО. Пока нет брони. Привет, сталкер. Принеси мне броню НАТО. Дам 6 золотых самородков. Ну это мало, это 6 копеек. Чертов дождь. Ну, возвращается ради того, чтобы отдать артефакт, я думаю, что это того не стоит. И тем более... Не хочу я пока что отдавать. Ну, даже патронов нет, понимаете? Нечем отбиваться. А, фак. Кушать. Ладно, пофиг на тебя. Валим отсюда. Пардон, мне СВДшка в руках, но это ничего не дает. Так, ждем. И вперед. Вперед. Отлично. А, похоже, тут я уже был. Так. А, нет, не был. Потому что на вышку забраться было нельзя. О, чистые. Привет, сталкер. Кстати, его тоже я помню. Я его тоже сам ставил. Да, я это помню. Потом оказывается, что я менял здесь. Так. Так. Что за хуйня? Так, это уже не моих рук дело. Это же какой-то Fallout. Твою медь! Кто здесь обоссался? Но я думаю, что пси-шлеп можно пройти через выжигатель мозгов. Кстати, его тоже обстрел, но не стоял с этой командной блоки. Пусть карта не моя. Блять, ренегаты. Ёп, я их в нос. Значит, видео потише, что может, даже не слышите. О, что тут у нас? Отдача медь железный, приталкивай, можешь привести мне медь железного на болотах, поищи. Правда, поищи, если пишется. Не мешай, сталкер. Вот их я не ставил. Я это помню. Я сказал, что тут мало персонажей. Так, нам надо найти тот подъем, помните, на который хотел забраться? Вот, нашел. Ай, блядь! Надо покушать. Мои брюки нож. Волкодава. Волкодав что-то знакомое. Волкодав. Какое знакомое прозвище. А давайте пробежим. А что это у нас здесь? О! Пульки, пульки, пульки. Я нашел пульки. Шлем. Не, ну шлем нам не нужен, у нас есть какой-то пси-шлем. Ну, давайте СВДшку себе ставим. Ладно, поменяем СВДшку. Ножик мы оставим, потому что не будем, мы же не бомжи все забирать. Давайте пока шлем не будем надевать. Ох, какие мы красавчики, сексуальные, да? Так, ладно, у нас теперь хиба есть оружие. Это очень хорошо. Так, печки, да? Похоже, это был склад военных, мы их ограбили. Они завалились тут быстрее.
Что у нас здесь-то? Ага, тут... Поэтому мы и ходили. Видимо, сейчас простыл. Пока бежал, подождем. Что это за сатанинский круг? Ай, ёб-моёк. Давайте туда пока не идти, давайте побегаем здесь. О, нож. Шлем Монолита. Что это? Патроны дробаша. Дробовик. Как дробовик? Карты, по-моему, делал школьник. Хватит дробаша. Ладно уж. Позади рыжий лес. В душе бес. Ласковый экстра. Очень еще. Перо надо взять. Перо надо взять. Где перо? Перо куда делось? Вывернули нож. Обходи, обходи в шелупой. Да. Ну, жри ты, пидорас, блядь. А, чё за ху? Чё, бунты, что ли? А, чё, думаю, ебанулись. Вы пришли. Я же нормально говорить не могу. Это же я, ёпт, я же нахуй. Блядь, да кто я? Что? Вали отсюда, сталкер. О, АК-67. Не хочу как военный одеваться. Наверное, это все же военные. Мутки с ребятами сейчас в наглую. Мы сейчас с вами просто в наглую встали и зашли к ним на базу. Что бы ты за место еще помнить? Пока, служивый. Так. Так, вроде ничего не упустил. Пойдем сюда. Какие-то копии. Что-то странное здесь. А, я сюда и пришел. Такое через болото. Куда мне да? А, вон вижу. Ладно, сталкер, пойдемте. Так. Что-то тут странное. Чья это база? Здорово, сталкер. Hype people. Так говорят, свободовцы. Надо зайти. Так. Ага. Сидят двое тут. Кудахчат. Здравствуйте, чехлы свободы. Прикольно. А я хз кто? Кто там? Чё? А, не буди стал. Шо за? Ладно. Так уж и быть, продолжим. Ого, ПМочка. ПМочка. АК-67. ПМ-19. СВУ. Топор лесоруба. Улучшенный топорик. Тут где ПМ-19? Где автомат? ПМ-19. Давайте возьмем ПМ-19. Ну ладно, выложим СВД. Я не знаю, зачем ему этот ножик. Может быть, его тут пацан просил. Ладно, пойдемте. Так. О, а тебя еще не заметил. Хочешь свет свободы, возьми бронику. Где ее взять? Ой. Похоже, тут не транслирует что-то. О! Обрез. О, обрез. Что у нас здесь? Штаны эколога. Вы это видите? Сколько самородков. Броник свободы. Давайте напялим. Мы, как понимаем, автоматически будем за свободу. За шикарно как. Броня НАТО. Не показалось ли это было написано броня НАТО?
Улучшенная броня НАТО, штаны НАТО. Ох. Что? Давайте возьмем портки эколога и отправимся инфоренегатов. Ну, что нам уже без надобности, мы взяли пси-шлем. Давайте выложим инфу. Возьмем ботиночки военного. Вот, в смысле, пси-шлем. Правда, я не знаю, когда и что мы с ним будем делать. Блять, я забыл переключиться. Реально, народ сорян за фейл. Просто, как бы, сюжет придумал на ходу. И не придумал ничего заранее, так что без обид. Так, хорошо. Как вы понимаете, это обычный лук на самом деле. Да пошел ты нахуй! Перед свободой надо лутать эти территории. Что у нас здесь? Хуй его знает. Что? Ладно. Ключ от железной двери. Кстати, насчет самородков. Мне бы найти верстачок. А, дверь-то железная. Чё же я тупанул? Чё это за пуля такая? Только чё, один патрон? Сюда. Ножик и себе пока что оставлю. Дробаш. А дробаш, походу, я забыл взять. Ладно, пофиг на него. Главное, не соседи, что у меня что есть. Так, о, хорошо. Что это такое, не знаю. Что это? Изумруд. Зачем-то я надел пси-шлем. Вы не знаете зачем? Давайте уже ключ с собой заберем. Он нужен только нам, запомните это. Так. Раскидали. А теперь можно и дальше. Так. Все, бежим отсюда. Хотя, стоп. Да, вы до сих пор слышите то, как они разузнаны, да, сталкеры, это свобода. Будь сталкеры до конца, вступая в свободу. Вы это слышите тоже, да? Военные, теперь они... Твою ж мать! Ну-ка, не подходить! Не подходить! Фу, хорошо. Фу. Это был какой-то зомбированный. Хотя не на всех локациях присутствуют, но как они у нас-то оказались? Что-то мне подсказывает, то что, да что у меня с ногами-то, ноги болят. А, так, что у нас тут? Какая-то лавочка. Ай. Зачем же я в костер полез? Глупо, сталкер. А собой даже не сказал. Хотя я спросил, вы не заметили у Чехова. Ну как, где тут? На! Кичарики. Ясно. Я спросил у Чехова, лидера Свободы, кто я такой. Он сказал то, что он меня знает, но не помнит. Был большой выброс. В общем, никто, видимо, меня не помнит. Придется мне саму все узнавать. А, фак, мобизен, что ты творишь? Отлично, теперь можно переделать самородки в полноценные рубли. Так, отлично. Главное, что мне хватило. Мне кажется, будет больше стака. Нет, да так даже не добралось. Есть 49 007 копеек. Ой, рублей.
Ребята, так это же шикарно. Я сюда пришел. Кажись, да, я сюда шел. Че тут? Ага. Чье-то логово. Ну, конечно, облутаем. Очень щеное место. Хорошо подойдет от псевдогиганта. Так, наверное, в ту сторону теперь. А тут я не был. Твою медь. Военные. Вы видели? Ой, по добру, по здоровому. Пойдем дышать. Он просто говорит свою реплику, но не понимает то, что есть здесь. Не будем их убивать. Быстрее, пока я не буду. Я помню, что я у него что-то забрал. В ближайшее место зайти. Ну, тут я вроде как был. Ладно. Давайте-ка продолжим. Куда я иду? Чё? Мне показалось? Клык. А, я вспомнил. Клык. Клык. Мой друг. Чё? Я вспомнил. Я стрелок. Но за было трое. Где призрак? Надо с этим разобраться. Ладно, напоминаю пока что броню надо. Я должен понять, что случилось-то, я ни черта не понимаю. Ничего не понятно. Я сейчас иду с ножом. Ни хера не понимаю. Где... Призрак. Где мой старинный друг? Да пошел ты. Кто же забрал всю жрачку? Твою мать. Подошел. Шлюха ушастая. Да, ребята. Теперь-то я понял, кто я. Ладно. Давай подходи. Отлично. Теперь мне надо идти дальше. Не могу пройти. Или мне это кажется? Нет, мне показалось, просто сильно заболела голова. Похоже, впереди что-то есть сильное. Я что, вернулся обратно? Нет, это лагерь сталкерятины. Привет, сталкер, ты можешь найти печенье через что? Да пошел ты. Ладно, сталкер, попробую. Странный он какой-то. Это выжигатель. А, у меня же шлем, точно.
Если бы не инфа ренегата, в котором мы с вами выложили, так что хз, мы бы с вами, может, даже не дошли сильно на какие-то. Пошли. ФС в руки и полетели. Так. Дальше будем при таком шлеме, мало ли. Чудо-юдо нас здесь будет ждать. Так. Если я стрелку, я помню, что я хотел разрушить. Это что? Что за ху... Кто здесь живет-то? Какой идиот это решил тусить? Охренительный домик. Охренеть. Бинт. Граната. Вот она-то мне пригодится. Деревянный меч, нож. Очешуительно. Что? Ну, это зона, ничего не будет. Для хлама. Охуеть, не хлам. СВД. Газировка. На кой черт мне так газировка? Да, хлама у них было мало. Но кто они? Ладно, давайте отправимся дальше. Лутать тут те... Ну, тут ничего интересного, видимо. Там проходу даже. Видимо, тут был монолит. Кто-то их ёбнул. Ну, кто, я не знаю. А, значит, тут будет написано. Я если даже цель покажу. Вот видите, да. Так. А вот и через. Руины этого проклятого места. Ай, блядь. Ладно, давайте пройдем. Нужно приспособиться в ЧС. Это мне поможет. Где нычка? А, кажется, выброс. И кажется, умираю. Нужно лезть повыше. Нужно уходить. Как же здесь много радиации. Я как бы уничтожу зону раз навсегда. Проклятый монолит. Пройти никак иначе. Зря я не взял бинт. Может быть, это будет долго. На мой страх и риск. До бинта добежать лишь бы. А! Быстрее до бинта бежим. Быстро, быстро. Он здесь. Да, детка. Он спасет меня. Ну, конечно же, не монолит. Как херово все же. Хоть я и выпил. Я уйду отсюда. Я навряд ли больше вернусь сюда. Лишь бы пройти через сжигатель. Лишь бы хватило сил. Четвертый поход. Чертов выжигатель, хотя это я его ставил. Просто типа выжигатель. Я просто не знаю, как он выглядит. Твою мать.
И не скажу никому об этом. Тем более этому Чехову. Уж странный тип. Иди в жопу. Сосерот, как я иногда говорю. В реальной жизни. Нужно бежать как можно дальше. Я не знаю, где нам остановиться. Давайте добежим все же до болот. Если кто-нибудь не узнал о том, что я был у центра. Хотя, я помню, такой торговец зовут его Сидорович. База. А тут что у нас? Вы не нашли артефакт. В смысле? Мне жалко на порошок у меня. Почему? Что это за ложка? Давайте дойдем до артефакта, до пацанчика. Кто просил артефакт? Я уже не помню. Убью! Получай! Захерачили военного. Агрессивный стрелок, не так ли? Что-то черное. Мост чертов. Ладно, давайте побежали дальше. Здравствуйте. Получай. Грузовик чертов. Куда я не попал, получается, да? Ага, это место я помню прекрасно. Наверное, приключение. Тут мы точно не утонули, сколько вы помните, ребята. А, только я же ничего не могу ломать. Как-то жалко даже. Ладно, нужно продолжать путь. Если вы стоите на месте, никто не найдет призрака. Первостепенная задача найти этого призрака. Так, призрак, друг. Что у меня с ногами? Я ничего не понимаю. Присядочку, если... О, хорошо, ноги заработали. А то я старый, матерый. Я понял. Да, офигительно. Ладно, давайте продолжим. Видимо, куда-то я не нашел проход. Где кордон, черт? Я иду с ножом. С ножом! Ты просил броньку? Видимо, это не тот оружие. Ну-ка, на. И ты, на. Если бы не псишлем. Блин. Давай. Про откуда Маринеган знает про псишлем? Может быть, они... Может быть, это было... Опять. Может, это не специально, чтобы поймать меня? Но ведь... Откуда они это узнают? Мы бы не следили тогда. Да пошел ты! Парень прилетел на свой схрон. А лето нам нужно дерево срубить. Хотя пока он в сталке нельзя рубить дерево.
Мы сделаем схрон стрелка. Ладно. Немножко читов. Стрелок броней херачит дерево. И он очень мудрый, да? Мудрый, умный, блядь, пиздюк, нахуй. Сейчас делаем лагерь стрелка, не волнуйтесь. Так. Ты просил артефакт. Жареная говядина? Я ради этого? Да пошел ты, дружище, ёб твою мать. А чё оно здесь? А, ясно. А тут чё? Дай 24 стейка. У меня их сколько? А, у меня больше стака, ладно. Держи. 10 рублей? Ну, хочешь еще? Да, вот это, конечно, мы молодцы. Ну, хотя, доброе дело максимум делаем. Давайте поищем еще какой-нибудь проход. Ладно, в этой локации. Темно, как будто бы я в сраке кот оставил. Что у нас здесь? Почему так темно? Ладно. Опять же чуть-чуть читы. Ну все же, блин, тут реально без факела будет трудно играть. Потому что тут ни хера не видно, хотя вот тут. Я текстурпак же поставил, метро 23. Вот примерно так вот так вот. Все выглядит. Сорян, конечно, читы, ну ладно. Не. Так. Повешу один здесь. Надо где-то устроить лагерь. Мою базу надо устроить. Ну где устроить базу? Это интересно. Давайте поставим тут еще факел. Пригодится. Ага. Я понял, где я. Да залезь же ты, ёта, в твою мать, ты дебил. Напротив стоит лагерь очень актуально. Потому что... Надо же мне где-то хранить свои вещи. И стоять самым богатым сталкером в зоне. Какой-то ведьмин круг? Это чёрт желез? Ай, твою мать. Чуть-чуть паркура. Да. Отлично. Давайте посмотрим, мало ли переходы еще есть. Уже чую то, что я не во всей зоне был. А только в небольшом ее кусочке. Отсюда я пришел. Ах ты ж, вонючка! Ах, вас двое зомбированных. Как вас много. Я боюсь, что я не справлюсь. Они стреляют. Ах, вы твари. Надо бежать. Беги, стрелок, беги. Нужно бежать на базу. Свобода, помоги. Свобода. Ай, кто меня ёбает? Думаю, то, что мы будем отбиться. Стоп, цепь, спецназ. Получай! Ай! Больно! Зомби проклятый! Подошел! Подошел живо! Где мой автомат? Где мой автомат?
Автомат, автомат в руки. Зачем я вступил в свободу? Ладно, мне не понравилось. Сорян, конечно, но я передумал. Как я сегодня хочу кушать. Я забыл вообще о еде. Пока, Чехов, пока, парни. Если что, зовите. Ладно, поищу сейчас другие проходы. Потому что мне нужно сейчас любое место, куда я мог бы я убежать отсюда. Вообще, как покинуть зону-то? Многие говорили никак. Ах ты ж, тварь. Получай. 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 Так. Там их слишком много. Я не хочу них тратить боеприпасы. Побежали. Ах ты ж гнида. Такое ощущение, что ты не не ФС, а СВД. Где-то здесь, по-моему, был торговец. Да, конечно, сами налутали, ладно. Нету, никого не было. А может быть, это и будет моим лагерем? Кстати. Да, это мой лагерь. Так. Но я считаю, то, что сейчас придется чуть его строить. Ибо реально стрелок в таком не стал бы жить. Ну, я тем более. Ну, я думаю. Ну, хотя бы укрепить-то надо. Конечно, этот выброс не спасет. Но что пули спасла. Отлично. На первое время база. Правда, зачем нашел эти стройматериалы? Я не сделал их. Ладно. Сейчас сделаю себе еще рублей. Меч. Я что-то на тамплиера похож. Вот. И теперь никто не сможет залезть ко мне домой. Отлично. Ваш коротюнинг с крыши не прыгнул. Так. Вот ключик. Пригодился. Граната же есть. Твою медь. Надо лечь спать. Я уже проснулся, как дурак. Стоял полчаса. Ладно, идемте дальше. Теперь на суть базы, я думал, что у нас скинуто на часть вещей, что забыл об этом и сильно устал. Зачем мне это? Ну, я думаю, то, что ключки с собой оставлю, это сюда. Пси-шлем, конечно же, будет со мной. Я все деньги, наверное, выложу. Ну, как все, большинство. Гранатку я оставлю, пси-шлем сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Даже большинство еды уберу. Мне же, чтобы все это сейчас вместилось. Вот здесь. Ладно, окей. Сойдет, даже можно смочу еще взять. Жареный бекончик возьму.
И пойдете дальше. Теперь налегке можно забирать что-нибудь еще. Надо бежать дальше. Или что, куда я подхожу? Могила клыка. Видимо, я возвращаюсь к этому, к зоне. АЭС или радар, это я уже не помню. Ладно, это, в принципе, не важно. Делом доброе дело для зоны. Давайте идти только назад. Возьму-ка гранату в руки. Моя единственная граната. Ну, подошел и промазал. Так. Автомат в руки. Огонь. 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 Получай. Я стрелок. Кто вы такие? Кто такие? Я вас не звал, идите. Ха, слабак. Я ведь отдал же артефакт. Да, я дал же артефакт. А, твою мать, твою мать, твою мать. Сейчас погодите, сейчас хочу проверить здесь. Что я пропустил? В общем, народ, я там видел кучу самбарей. Не хочу не тратить пуль, да и тем более я уставший. Хотя бы мешать убирать домой за кадром. Что здесь? Ты этого не замечал. Это деревня новичков, ура! Что здесь? Я ничего не вижу. Блять, я опять забываю переключаться на творческого. Да, я нашел эту деревню, если что, в творческом. Да пошел ты. Он такой дерзкий, как мать Вишневский. Твою же мать, ебаный в рот, я тебе сейчас в жопу еб. Давай-ка через костер умный. Уебище волосатое. Подошел. Это будет нашей личной крепостью. Давайте забирать все. Торговаться, купить хлеб, купить деревянный меч. Очень, очень хорошо. Всегда мечтал о деревянном мече, когда у меня уже хорошие автоматы есть. Ладно, сейчас будем бегать по зоне, искать призрака. Хотя, интересно вот, может быть тут в тайнике не заметили, что лежит. В общем, ребят, я нашел вот это вот. Удивительное село. Привет, стрелок, это призрак клыка. Да, это же призрак. Убил наемник со шрамом, я пошел на янтарь, ищи меня там. Как понимаю, ладно, надо сжечь это будет уликой. Ну и я думаю, мне начать направиться домой. Ну, как домой? На мою базу теперь. Базу стрелка. Укрепленную, ну и неприступную для нежити. Вспомнил бы, правда, куда мне еще надо идти. Да, вот она, я ее вижу. Вот, заходим сюда. В наш дом. И складываем наши вещи. Видимо, мне придется еще тайник делать. Ну, потому что у меня ничего нету. А, деревце. Надо его посадить. Ибо на какой ляд оно мне тут сдалось, я не знаю.
Расти давай. Я там из тебя сундучок сделаю. Парадский настроен, по-моему, вообще никогда не вырастет. Ладно, плевать, тут много других деревьев. Так. Ну что ж. Так как-то. Очень мощно. Ребята, получилась вот такая вот у меня серия. Если вы поставите лайкусик. И это будет стимулом, чтобы мне снимать, опять же, сталкер, так сказать. Да, видите, как для этого даже скачал специально ресурс пак метро, потому что сталкера не нашел. Но если вы нашли, то вы молодец, очень большой и респект вам. Всем удачи и всем пока-пока.